гармошку? Давно ли вы вообще пели гармошку? Давно ли вы вообще знали, что это такое? Ну, кто из вас любит гармошку, поднимите руку. Кто знает, что такое музыкальный, наш любимый национальный инструмент. А в этом году Геннадию Заволокину исполнилось бы 70 лет. И вот в память его я был на фестивале в Сибирске, на 5-м международном. Так что смотрите, осенью Первый канал, наша народная передача, игра «Гармон любимая», будет и битва гармонистов, и гармониады, лучшие гармонисты России. А следующий год вообще у нас юбилей 20 лет, около 10-й, то есть 20 лет, как золотой гармонист России.
тебе помочь. За скудные темера и за письма без огня. Дорогая моя мама, прости, прости меня. Музыка Виктора Захарченко и Геннадия Заволокина. Слова легендарного Николая Михайловича Рубцова. Тихая моя родина. Подняла ангела меня.
Все слова, слова, шапка.
Александр Шломан, друзья мои, встречаем. Пока мы не подключили его, пожалуйста. Вот такие песни Геннадия Золотина. А теперь снова веселая, пространная встреча. На сцену Соколов в Беларуси. Александр Шломан, встречаем. Я с тобою нищий, как твоя Россия.
пишу, я письма пишу, и ж меня чекала. Девчина, весна для вас красивая, молодых, счастливых.